11 семей, которые лишились жилья из-за пожара в Усть-Илимске, к концу недели планируют переехать в маневренный фонд города. Сейчас они оформляют необходимые документы. Кроме того, зарегистрированные жильцы получат по 110 тысяч рублей из резервного фонда Усть-Илимска за утраченное имущество. Также будут выплаты по линии областного Минсоцразвития. Губернатор Игорь Кобзев держит ситуацию на личном контроле. Под его председательством прошло заседание КЧС. До 15-го все выплаты должны быть произведены. Первое. Второе, значит, определиться с социальным статусом семей и предложить возможность заключения социальных контрактов. И для этих же семей, если такая возможность имеется, рассмотреть вопросы трудоустройства, обратиться к компаниям, к градообразующим компаниям, возможность трудоустройства одной из членов семьи. В доме проживало два инвалида, один инвалид третьей группы, один первой группы. Сегодня составлен прямо такой пошаговый документ, куда им необходимо обратиться, и мы их будем сопровождать для получения утраченных документов, для получения, для восстановления документов по линии там, социального фонда, линии социальной защиты населения, куда необходимо, если есть какие-то вопросы по здравоохранению.